Всем приветик! Мы сейчас находимся в городе Валенсии. Это вот площадка возле пляжа детская. Вот. А это сам пляж, очень длинный, чистый. Есть песочек. Сейчас покажу вам песочек. Есть для смывки песка, душ. Вон вдалеке сейчас там. И для ножек. Пляж очень длинный. Вот. Тут ездит очень часто полиция, контролирует порядки. Дальше идет порт, вот медицина. И вот такой песочек тут. Очень мягкий и приятный. Вот. И это вот набережная, где гуляют люди, кафешка есть. Вот, сейчас температура воздуха где-то около плюс 39 градусов. Все. Андрей ищет другую площадку, поэтому постоянно его зовут. Вот такие пальмы тут растут. Извините, что так вожу, потому что отсвечивает, ничего не видно на экране, что я снимаю. Солнце яркое, поэтому вот это папа, Вероника. Андрюха вон бежит. Вот. А мы добирались до этого пляжа на... Сначала мы ехали на метро, а потом на поверхностном метро. Пересадку делали. Вот. То есть здесь в метро есть еще наземное. То есть, да, правильно, наземное. Да, это Андрея. Да. Вот. Это полиция едет местная. Отойди, Андрюха, машина едет. Вот. Вот такая машинка. Это местная полиция и контролирует порядки. Вот. Угу. Я знаю, но мы идем туда. А тут еще есть. Почему тут? Потому что мы идем к площадке Гулеби. Мы идем по. Видите, зеленый флаг висит, означает, что купаться можно. Желтый уже предупреждающий такой, что волны большие, а красный вообще купаться запрещено. Так что у них вот так регулятор флажков цветовых. Вот, вот такие полосатые домики, это домики туалета, и там можно еще переодеться. Вот, сейчас на море вот такие барашки идут, но катера с парусами вышли поплавать. Вот. А мы сейчас идем в музей науки. Там я что-нибудь засниму.